Всем большой-большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю уже не первое видео и хочу сейчас показать вам свои покупки за свои деньги. Это не реклама абсолютно, бюджетных самых средств для волос и других средств. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь и желаю всем приятного просмотра. Давайте начнем. Это заказ был с аптека.ру. Мне очень нравится заказывать именно там. Там очень недорогие цены для волос, для лица, уход, в общем, все-все там можно купить с большой скидкой. И я себе заказала для волос несколько средств. Я уже вот это средство вам показывала когда-то, может быть, несколько месяцев назад, то, что я покупала тоже на аптека.ру, и оно у меня закончилось. Я говорила в пустых баночках, что я обязательно себе куплю вот это средство повторно. Это бальзам для окрашенных и поврежденных волос от Natura Siberica, защита и блеск. Здесь 500 мл, мягкая упаковка. Он очень классный, у него достаточно такая приятная душка, но это тоже на любителя все. Все мы с вами разные, все мы любим разные запахи. Самое важное — это в нем действие. Он действует для меня не как бальзам, а именно как маска. То есть волосы настолько классные после него, а сейчас я уже буду очень скоро красить волосы. И не знаю, может быть, когда это видео выйдет, у меня уже будут покрашены волосы, так как у меня видео стоит на автозагрузке, и это видео, понятное дело, будет позже. Может быть, у меня уже будет другой цвет волос, и поэтому я себе его заказала, так как он просто супер восстанавливает именно окрашенные, сожженные, жесткие, сеченые, ломкие волосы. Вот я всем от души советую. Вот этот бальзам, он работает реально как маска, держу я его 5, максимум 10 минут, и тогда волосы такие тяжелые, гладкие, блестящие, струящиеся, шелковистые, я могу много подобрать очень приятных эпитетов к этому бальзаму, очень всем советую. Стоил он, мне не дали, кстати, чек, сегодня очень странный был продавец в аптеке, очень дерганный, и я первый раз увидела эту девушку, и она мне в итоге не дала чек. То есть не чек, а накладную, где все перечислено вместе с ценами. Я быстрее оттуда ушла, потому что она была очень какая-то странная. И вот такой он, по-моему, стоил 114 или 119 рублей. Пол литра, 500 грамм. Так, буду ложить сзади себя. Следующее. От тоже Natura Siberica, это облепиха Siberica, максимальный объем, облепиховый бальзам, 500 мл тоже стоил, 116, по-моему, рублей. В общем, если я что-то найду на аптека.ру, я постараюсь оставить ссылки, если же я не найду, то можете просто зайти на аптека.ру, ну ладно, ссылки постараюсь найти, потому что это все долго, чтобы вам было побыстрее. Это не реклама абсолютно, я заказываю там всегда за свои собственные деньги, аптека.ру никому не платит за рекламу. Это просто очень хороший интернет-магазин, где можно не только лекарства заказать, но и какие-то косметические средства. В общем, здесь написано, что это для всех типов волос, придает волосам невероятный объем от корней, питает, насыщает волосы необходимой влагой, делает волосы более густыми и эластичными. Я такой уже пробовала только в пузырьке, он больше 200 рублей, по-моему, стоит за 290 или 300 с чем-то грамм. Здесь 500 грамм, здесь нет парабенов, СЛС. Написано, что лучший натуральный продукт Италия Болони, золотая медаль. Вот такой вот бальзамчик, тоже присмотритесь. В таких упаковках гораздо выгоднее заказывать, я уже для себя это давно поняла, и стараюсь какие-то такие средства заказывать именно в больших объемах. Так, следующее. Взяла я тоже в мягкой упаковке, это Organic Shop. Шампунь минеральный, голубая лагуна, тоже без СЛС, парабенов, силиконов. Вот такие средства, они должны быть у меня всегда, то есть я чередую уход с силиконовый, с силиконами и без силиконов, чтобы волосы не привыкали к одному и потом к другому. Сейчас открою, хочу узнать, какой здесь запах. Ну, стоит вообще копейки. Пахнет очень приятно.
таким травянисто-растительным ароматом, очень-очень приятный аромат. Стоил он где-то рублей 60, наверное, не смейтесь, да, есть такие цены. Здесь пол-литра, я буду с удовольствием, кстати, пользоваться. Люблю Organic Shop. Следующее, вот в таком пакетике, видите, как они запечатывают, чтобы не разлилось. Повторно я повторила, это гель для умывания гиалуроновый от компании Novasweet. Я видела, ну, точнее, я сама уже пользовалась им, и он у меня сейчас лежит в пустых баночках, я еще их не снимала. Сядь. Еще не снимала пустые баночки, у меня он пустой лежит. Мне он понравился, знаете, он не сушит кожу, то есть, может быть, он и немного подсушивает, но не критично, так что у вас все лицо стянуло до самых ушей, лифтинг такой фейс-эффект. Нет, здесь немного он подсушивает кожу, он очень жидкий, и вот его классно наносить на какую-то дополнительную щеточку для умывания, и тогда он будет пениться, и он будет гораздо экономичнее, чем вы просто льете в руку и пользуетесь. Объем 150 мл стоил 110 или чуть дороже рублей. Сейчас он подорожал, когда первый раз я заказывала, он стоил дешевле. Вот так вот, присмотритесь. Очень хорошие, тоже могу советовать. Так, далее. Также от Novasweet по отзыву вот такой вот гиалуроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз. Заполняет морщинки, восполняет потери влаги, придает сияние, свежесть. Я его заказала, потому что здесь 20 мл, насколько я помню, говорила Маша. Не вижу, кстати, не вижу, сколько миллилитров, но... Да, здесь 20 мл, и Маша говорила, что он такой легкий, но он ей понравился. И у меня сейчас такая проблема, у меня для век только такой питательный жирный крем от Pierre Rico, а легкого я питательно не могу пользоваться днем. Мне кажется, у меня все течет, все такое маслянистое, и на ночь только я пользуюсь Pierre Rico кремом для век, а на день я ничем, в принципе, не пользовалась, и мне захотелось что-то такое легкое. Мне кажется, вообще нужно постоянно ухаживать за зоной век, это очень такая нежная, деликатная зона, к которой нужно очень бережно относиться, чтобы у вас не появились преждевременные мимические морщинки, а если они уже появились, то надо их устранять как можно быстрее. В общем, давайте открою, покажу, как он выглядит. Собственно, я им буду пользоваться, ведь, ну, не на ночь уже сегодня, сейчас уже вечер у нас, время, не знаю, 4, наверное, часа. Я снимаю видео, уже сейчас все потемнеет. Так. Вот такая вот туба. Сейчас посмотрим, как он там. Здесь носик, насколько я помню. Похож на крем-гель. Даже больше на гель, он уже впитался. Его уже нет. Мне кажется, он очень-очень легкий. Пахнет практически ничем не пахнет. Какая-то легкая такая душка. Попробуем. Он что-то очень прям легкий. Ну, посмотрим, как он будет на коже век. Все-таки это кожа рук. Быстро-быстро впитался, и кожа прям такая гладенькая. Посмотрим, стоил он 100 тоже с чем-то рублей. Ладно. Попробуем. Для мужа два вот таких продукта. У меня уже язык заговаривается. Сегодня уже целый день болтаю. У мужа, я уже говорила в каком-то видео, что с наступлением холодов у него начинают проблемы появляться с кожей, кожи рук, у него сохнет кожа на теле, он берет все мои лосьоны, кремы и мажется, также лицо, также и голова, и начинается с появлением холодов перхоть. Это у нас постоянно. Я ему заказала вот такой вот, нет, это пластик, я думала стекло, шампунь Мирола дегтярный, он такой густой, я вижу, как он переливается там густо. Сейчас хочу узнать, какой у него запах, потому что бывают такие противные дегтярные шампуни, пахнут невозможно просто, что не открывается. Здесь, кстати, заглушка. Он пахнет именно так, как я предполагала. Запах, конечно, ужасный просто, но кто знает, как пахнет березовый деготь, вот так пахнет. Запах просто мега... ужасно. Я не знаю, как он сможет им пользоваться или нет. Он стоил менее 100 рублей.
не помню точно сколько, но надеюсь, что он хоть будет помогать от перхоти. И второй я ему тоже от перхоти сказала, тоже от этой фирмы Мирола, для профилактики перхоти сульсеновая паста. Вот. Как ее применять, сейчас скажу. Объем здесь какой-то небольшой, прям написан был. Объем 75 миллилитров. Ну, посмотрим. Здесь тоже заглушка. Не знаю, какой у нее запах. А у нее запах очень приятный, травянистый, похож на серию Faberlic. Раньше была Asia Spa. Вот запах такой же, прям, ну, один в один, вот как на мой нос, как я ощущаю, вот запах такой. Вот это пахнет очень вкусно. Не знаю, как муж будет пользоваться шампунем. У него ужасный аромат. И заказала я вот такую крем Хну. Краска для бровей и ресниц. Хочу покрасить реснички себе. И, может быть, немножечко сделаю контур, хвостик брови почетче. У меня уже микроблейдинг такой как-то местами остается именно на кончике. И поэтому мне уже хочется что-то поярче, чтобы кончик именно бровки был, почетче выделялся. Сначала я, наверное, трогать не буду. И заказала я себе цвет графит. Вот такой, смотрите. Здесь вот написано вот. И цвет горький шоколад. Вот тоже вот здесь написано. Написано 2 умножить на 2 миллилитра. Это крем Хна, который делают в салонах вот это вот татуаж Хной. Ну, вот смысл. Там он стоит 600, по-моему, рублей. Это Хна стоит 40 рублей каждая такая упаковочка. И делайте, хоть обделайтесь этого био-татуажа, и оттенки там разные, и коричневый был, и черный, вот и графит, и горький шоколад, и молочный шоколад, и я выбрала вот эти два оттенка, буду пробовать. Все мои эксперименты, я думаю, вы увидите в моем инстаграм. Все, это были все покупки, бюджетные покупки, даже очень, я бы сказала, бюджетные косметики. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Пишите ваши комментарии, пишите, чем вы из этого пользовались, или, может быть, хотели бы попробовать воспользоваться. Ссылки я постараюсь найти, все, что я заказывала, оставлю вам под видео, чтобы вам не копаться на Аптек.ру, потому что там настолько много всего, что можно сидеть просто полдня реально, а я просто скопирую ссылочки со своего заказа, это достаточно быстро, и вставлю под видео, вот. На сегодня это все, надеюсь, что на сегодня это будет последнее видео, которое я записываю, потому что я еще даже сегодня не ела, время 4 часа, я не пила ни чай сегодня, не ела, не буду я жаловаться, у меня сегодня просто абсолютно некогда было. Зато я сегодня записала несколько видео. Вот, все, я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока. И не забудьте подписаться на канал, чтобы их не пропустить. Я стараюсь для вас. Всем пока.